Введение Обамы на саммите АТЭС вызвало негодование в интернете. Китайские пользователи уже назвали Барака Обаму, цитирую, «рэпером и лоботрясом». Причина насмешек в соцсетях типично американская – жвачка. Известно, что таким образом Обама сейчас борется с никотиновой зависимостью. Но на официальных мероприятиях, уверены критики, можно было и потерпеть. Еще дальше пошли, собственно, американские СМИ. Журналисты отметили, что Обама чувствовал себя на саммите белой вороной. В частности, на общей фотосессии, в национальных китайских костюмах. Американский лидер оказался на задворках, в так называемом «клубе жен». Он занял место не среди президентов, а в группе первых леди. Бесспорно, интернет-пользователи моментально сделали этот снимок мемом. Стоит заметить, что Владимир Путин, занявший место рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, был подписан как почетный гость.